Мы на месте. Мы приветствуем Оскарса, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Посмотри визуально, что-нибудь есть. Но у него на лице что-то, не могу пока понять. Хорошо, даю не команду. Нечетко выражено. Даю команду, на счет три сканера сканирует пространство над головой Оскарса, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Оскарса, находит все. У него неупокоенная душа, и у него как маска на лице, маска серьезности и важности, которую он надевает, когда идет на работу. Кто за нее ответственен? Он сам? Выстраивает маски канала к ответственным, если таковы есть, притягивая в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Нет, таким образом он выражает свою ответственность. Как это негативно влияет на него, эта маска? Он волнуется, что он должен быть важным на работе, серьезным. Ну вот результаты этой серьезности – это маска. Она не должна находиться никак, по-любому, в биополе человека. Я думаю, со временем это притянет к их сущности. Он волнуется, что иногда он должен надевать эту маску. Хорошо, ее можно тоже эту маску сбрасывать и просто серьезным идти. Представлять, что эта маска действительно есть, и она уходит в галактическое ядро. Где эта маска сейчас? В клетке. Хорошо. И у нас неупокоенная душа, да? Да. Откуда ты неупокоенная душа, вернее, не откуда, а представь себе неупокоенная душа, как тебе обращаться? Заикается, это ребенок, парень. Ребенок, хорошо. 14 лет, парень. Как тебя зовут? Он заикается сейчас, да? Но он половину имени как-то произносит, а дальше не может закончить. Хорошо, подожди. Давай сделаем так. Силой моего намерения убираю с него это заикание. 1, 2, 3. Может говорить спокойно, четко и ясно. Карлсон. Заикание. Карлсон. Карлсон, как давно ты закончил свою земную жизнь и почему ты здесь находишься? Через него хотел уйти. А когда закончил жизнь, почему ты в 14 лет? Болезнь или что было? Несчастный случай? Депрессия. Он показывает, он сидит на берегу реки, кидает туда камни. Да. Места, где он ходит, он показывает. Он одинок. Когда ты закончил свою земную жизнь, Карлсон? Может, он жив еще, Вера? Я не знаю, он показывает какие-то отрывки своей жизни. У него мама с папой заняты. Мама работает в новостях. Папа он вообще редко видит. И он очень одинок, хотя они очень хорошо материально обеспеченно живут. Ему не хватает внимания. Он постоянно все делает, чтобы привлечь к себе внимание. Он дерется в школе. Он разбивает витрины. Он порезал себе вены. Сам? Да, его везут. Но он показывает просто отрывки. Да. Я не знаю, чем это кончится, пока вот его везут на каталке в больнице. Какая это страна? Румыния. Он Понятно. Потерял много крови. Он смотрит на себя со стороны. Ему нравится, что много людей внимание ему оказывают внимание, потому что здесь действительно много людей. Анестезиолог, у него что-то на лице стоит. Ему ищет кровь, связывается с родителями. Ему приятно это. Он летает по больнице, смотрит других. Он сверху на все смотрит. И чем это заканчивается? Он говорит, и вот я здесь. Так, давай поставим монитор и посмотрим, где его тело находится. Пошла информация. Он лежит в больнице, у него перевязаны руки. Он в кровати. Здесь доктор и мама. Доктор говорит, что мы сделали все, что могли, но он не хочет возвращаться. Он упал в кому, да? Ты в коме находишься? Он говорит, я не знаю, как это называется, но я не хочу назад, я хочу уйти. Ты не имеешь права уходить, пока твое время не закончится на этой земле. Соответственно, мы единственное, что можем для тебя сделать. Говорит, что меня никто не любит. Тебе не кажется, что у тебя немножко сильно развито чувство эгоизма и любви к себе, Карлсон? Тебе не кажется, что все-таки надо и свою любовь как-то дарить? Если бы я любил себя, я бы не делал своему телу больно. Так, может быть, начнешь с этого места, с любви к себе? Ты понимаешь, что с тобой случится, если ты закончишь именно свою жизнь попыткой самоубийства? Я уже закончил. Ты еще жив. Я хочу уйти. Ты еще жив. И ты можешь вернуться назад и продолжить свою жизнь. Если ты уйдешь, все, что ты себе наметил в этой жизни, будет перенесено на следующую жизнь, возможно. Ты очень сильно пожалеешь об этом сейчас. Мы по-любому тебя не отправим. Мы не имеем права открывать портал тех, кто живые и находится в теле, которых тело еще живое. Я могу сделать, что я тебя могу вернуть в это тело и помочь тебе энергиями, чтобы ты побыстрее вышел из этого состояния комы. Его мама зовет.
И мама тебя зовет. Она говорит: сынок, что ты наделал? Она плачет. Ты все это видишь, Карлсон. Ты хочешь это все исправить. Это, возможно, единственный шанс, который у тебя есть. Да, я люблю маму. Я не хочу, чтобы она плакала. Так вот, сделай выводы из этой ситуации. Сейчас мы тебя вернем. Дадим тебе энергии. И очень короткое время ты выйдешь из этого состояния комы. После этого ты будешь совсем другим ребенком. Ты будешь ценить свою любовь. Вернее, ты будешь ценить любовь своих родителей к тебе и будешь доставлять радость всем, кто тебя окружает. Именно в этом смысл развития на Земле. Ты меня услышал? Ты меня понял? Да, понял. Я понял. Я не хочу, чтобы она плакала. Хорошо. Выстраивается от Карлсона прямой канал к его биороботу. 1, 2, 3. И возвращаем Карлсона в его биоробот. Входит свой биоробот, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Даю ему поток его родных энергий, необходимое ему количество. 1, 2, 3. Пошло необходимое количество его родной энергии. До скольки поднять вибрации, Вера? До 14. И поднимаем частоту вибрации до 14 Гц. Пошел подъем. Он так выгнулся в кровати. Вошел в тело. И он дышать начинает. Самостоятельно, без искусственного дыхания. Хорошо, сейчас врачи прибегут. Его мама зовет его Карлсон, кажется. Давай, Карлсон, открывай глаза. Заправился он энергиями, Вера? Да, он заправился. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Он убрал с лица этого, что-то на лице у него было, кислородная. Подушка, маска кислородная. Да, маска, кислородная, да. Маска. Да. И он говорит: где я, что происходит? Отлично. Мама плачет. Хорошо, мы здесь закончили. Да. Мы ничего не можем больше для него сделать, он проснулся, все, да? Нет, он пришел в себя, он ничего не помнит. Хорошо, пусть так и будет. Отключаясь от объекта, возвращаемся в комнату диагностики. Хорошо, у нас остался Оскарс и эта маска. Давай сделаем сейчас, попробуем сделать реверс. Сколько эта маска забирает у Оскарса энергии? Надо будет узнать. Даю команду тонкой копии Оскарса спроецировать энергетический и сферический канал к этой маске. Даю команду тонкой копии Оскарса произвести отчуждение всей негативной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Оскарсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от этой маски, возвращается к ней. Усилий потоки в 50 раз. Посмотри, что идет. Здесь не особо что-то идет, потому что сама маска – это и есть его энергия. Она сделана его энергиями. Хорошо. То есть ничего не возвращается, да? К маске ничего не возвращается. Мы установили фильтр золотой сеточкой на этот канал и забираем из этой маски все родные энергии, все, что Оскар вложил в эту маску. Все возвращается назад. Но здесь идет естественность и спокойствие, вот. Потому что в маску он вкладывает напряжение. Он напрягается, чтобы удержать ее. Вот именно для этого мы и сделали реверс, чтобы Оскар смог понять, что нужно быть естественным. Готово. Отлично. Убирать нам больше нечего. Под этой маской открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Давай заправим энергию. От нее, получается, осталось одно напряжение. Оно ушло. Давай теперь заправим энергиями Оскарса. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. 385,26. На счет 3 макушку головы Оскарса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Он смеется и говорит, что да, на работе иногда приходится напрягаться. Вы же видите, какую вы цену за это платите своими энергиями. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Оскарс, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую, великолепно. Отлично, будем возвращать вас назад.